Итак, с подмышками разобрались. Теперь меня преследует вопрос о том, хочу ли я детей. Мне бы хотелось максимально подробно и развернуто на него ответить, чтобы в дальнейшем такие вопросы не возникали, либо возникали как можно реже. Итак, я не хочу детей, никогда не хотела, и сейчас объясню почему. Во-первых, ребенок — это огромная ответственность. Ответственность за его жизнь, за его безопасность, за его поступки, ну и так далее. Во-вторых, беременность и роды порой очень негативно сказываются на женском здоровье, которое, к сожалению, у меня и так наладан дышит, и мне бы не хотелось наблюдать такие последствия, как выпавшие волосы, вылезшие вены на ногах, геморрой, ну и не говоря уже о том, что время родов можно сыграть в ящик, ну это в частности, конечно. В-третьих, ребенок отнимает очень много сил и времени, в особенности в первые годы своей жизни. Это не тебе нормально поесть, не поспать, не извините, в туалет сходить. Я не понаслышке знаю, как молодые мамы сходят с ума порой от бессонных ночей и недоедания. В-четвертых, ребенок это не игрушка, это не бесплатный домработник, не посудомойка и даже не инвестиционное вложение. По сути, по закону ты обязана содержать и обеспечивать ребенка всем необходимым вплоть до его 18 лет, при этом не имея права требовать что-либо взамен. И говоря о том самом волшебном стакане воды, далеко не факт, что ребенок по достижении своего совершеннолетия захочет тебе как-то помогать или как-то поддерживать тебя в старости. Кстати, о старости. Я лучше куплю себе кулер и поставлю его рядом с кроватью, если, конечно, до старости доживу. Далее. У меня было очень хреновое детство, и мне бы не хотелось, чтобы мои психотравмы отразились на ребенке. Мне бы очень не хотелось, чтобы по моей вине на земле жил еще один несчастный травмированный человек. Далее. У меня есть чем заняться, у меня есть множество хобби, у меня есть множество увлечений и планы на жизнь, в которые ребенок вообще не вписывается никак, к сожалению или к счастью. Также мой муж абсолютно полностью разделяет мои взгляды на этот счет, и у нас с ним есть такая договоренность, что если он вдруг захочет детей, то не со мной и не от меня. Кстати, да, я не против размножения, но пусть зайки растут на чужой лужайке, а цветы в чужом огороде, мне такого добра даром не надо.